Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников. Хосе Мария Касада дель Алисаль, испанский художник, портретист и историк. Родился в 1830 или 1832 году. Точных данных нет. Родился в Вильяде. Начал свое художественное образование в недавно созданной муниципальной Эскуэле де Бужо де Паленсия, который в конечном итоге выпустил многих известных испанских художников и продолжил обучение в настоящей Академии изящных искусств Сан-Фернандо, где он учился у Федерико де Мадраза. В 1855 году его картина «Воскрешение Лазаря» принесла ему стипендию для учебы в Риме. Я пользуюсь небольшими данными, которые мне удалось найти в интернете и Википедии переводной. Он также останавливался в Неаполе, Милане и Венеции. Его стипендия была продлена в 1861 году, чтобы он мог продолжить свое образование в Париже, где он участвовал в выставке 1862 года со своей работой «Клятва Кортесов Кадиса», которая в настоящее время выставлена в Конгрессе депутатов. Был награжден медалями в национальных выставках 1860 и 1864 годов. Стал первым директором созданной Испанской академии в Риме в январе 1881 года. В том же году одна из его самых известных работ, «Колокол Уэски», не получила на выставке более чем почетного упоминания, что побудило его уйти с поста директора. По иронии судьбы, на следующий год он был назначен членом жюри, которое оценило кандидатов, подавших заявки на стипендию в Риме. В 1885 году стал членом Академии Сан-Фернандо. Умер в Мадриде 8 октября 1886 года. Его основными направлениями были исторические картины, хотя он также писал и портреты многих известных людей. Нарисовал своего друга Густава Адольфа Беккера, лежащего на смертном одре в течение получаса после смерти Беккера. По совпадению это произошло одновременно с полным солнечным затмением, и световые эффекты, вызванные затмением, представлены на последней гравюре. Его братом был испано-аргентинский бизнесмен, экономический советник Карлос Касада дель Алисаль. Ну, вот так вкратце из переводной Википедии, из данных, которые я нашел в интернете, о Хосе Мария Касада дель Алисаль, испанском художнике, портретисте и историке. Пока-пока, до свидания.